Всем привет, меня зовут Эдисон, и со мной играет Докер. Всем привет. Да, вот, кстати, ты там, видишь меня? Нет. Вот да, он. Да, все, вон сижу. Давай, выбираю класс какой-то там, не знаю какой. Я выбрал перышко, я не знаю, что это дает, скаут. Я хоть раз его попробую. Наверное, больше спид, скорость бега, так тут, не знаю, короче. Я еще не выбирал. Так, короче, ты, ну, берем шмотки, если кто-то что-то возьмет и бежим, не знаю, в какую сторону. Так, один. Нормально, нормально, нормально. Йо, у меня все из инвентаря исчезло. Ну, все, я, короче, опять бомж. Так, где ты где? Во-во-во, давай сюда, давай сюда. Туда-туда-туда, там один чувак побежал. У тебя что есть? Вообще ничего. 12 стрел. А я вообще бомж. Опять с компасом хожу. Ты... Давай вот сюда, пойдем. Не, давай сюда, дальше. Ты тут в яму не упади, как тот парень в прошлый. Да пошел-то, блин, я... Во, просто по мосту. Ты тут в яму не упади там, а то под фиг вылезешь. Так. Ух ты, а туда, а тут куда? Вода. Ну давай. Давай рискнем. Я разбегаюсь. Нет, нет, давай, давай. Ес, я попал, я попал. Я тоже. Мне пару сантиметров. Там. А, ясно. Так. Вот, я сундук вижу. Нормально. Ты его давай лутай и бежим вот сюда. На золотые сапожки. Ну, пошли сюда, вот на это выйдем и идем в этот дом. Может там что-то. На сапожки. Ну так в воде будешь кидать? Да. Там камень был. Давай. Вот. Бежали вот сюда. О, сундук. И тут сундук. Шлемат. Ой, я нашел тоже железный шлем. И что там еще? И больше ничего. Давай сюда. Вверх. Во, сюда, да. И ну идем что-то искать. Во, на эту гору можно. Давай. Тут а, все... Подожди, а тут сундуки, по-моему, должны быть или нет? Не, я думаю, там не будет. Во-во-во, сундук тут. Подожди, мой. Дай. Ну, блин, все забрал. Сейчас дам, если тебе нужно, что-то будет. Мне вот, вообще там еще один сундук. Сейчас, я спущусь. А, тут ничего толком и нет. Давай, моя курица. Ладно, погнали вот сюда вот. Давай. Спускаться, наверное, туда. Не, или давай на... не знаю. Да, уже спустились, короче, пошли. Ну, да. Может, там на горе было что-то, не знаю. Так, ага. Так. А, лист... Блин, рушить тоже нельзя. Ты где? Тут я. Так, я оденусь немножко. Хотел... Я прыгнул в воду. У меня даже нету ничего. Так, и... ну, плыви сюда, вперед куда-то. Блин, так тише. Давай сюда. Может, сундуки тут будут? Так. Ко мне тут кошак пришел. Ну, залезаем сюда. Сейчас, спиной сундуков нету. Ну да. А, или... А, нет. Не сундук показалось. Так, что, давай поднимем... Давай поднимаемся сюда в гору опять. Только сейчас на самый верх. Может там что-то будет. Ну ладно. Осторожно только. Я не мастер паркура. Все, я на этой горе иду по ступенькам, по дорожке этой. По дорожке опять идем. На. Может что-то и будет, не знаю. О, сундук. Где? Вот, ты пропустил вообще-то. Тебе нужны сапожки, шлемак. Нет. Золотые и железные. Вон еще сундук. В нем ничего такого путного, только зелки. Так, вот. Вот давай сюда, вверх еще. Подожди. Где-то. На. Ну, вверх побежал. Вот видишь, сам убегаешь. Ты просто не успеваешь. Потому что в сундуках лазю. Так. Тут какая-то крепость. О, еще два сундука.
еще ничего тут него. Еще вот три сундука. О, у меня каменный меч. Нормально. Перышко, это. Лук. Не надо, не надо, не надо. Сейчас я чищу хлам. Мне тоже. Мне подобрать еще больше хлама. Так, каменный меч это уже неплохо. И на зелку, зелку одну. Давай. Опять скорости. Так, гнилая плоть. Я сейчас поем на тебе хавчика. Давай. Все. Да все, вроде тут нет ничего. Вот смотри, там соседняя башня. О, тут рядом с нами персонаж помер. Ну давай спускаемся туда, идем в ту башню, если получится. У меня один уровень. Так, там воды нету, да? А как сюда? Как тут? Как сюда? Так, ну тут я рисковать не буду. Я спрыгнул уже. Ты где? Во, вниз туда на мост спрыгну. Как ты, как ты туда спрыгнул? Во, давай. Ну да там, немножко побился. Давай, а я вообще не побился, почти я... О, сундук по-моему пропустил. Там ничего нет. А, нет, это облазил. А, нет, это я облазил. Да. тут вообще какая-то башня странная. Тут... А, не, есть. Вот, что-то как-то... Так. Так. О, вот он. Вот там, что интересненького? Ну, сундук один. И нифига нету. Да. Так, тут воды нету. Спрыгну. Не-не-не, давай спускайся прям по лесенке. Чё-то мы вообще даже еще никого не убили. Ну и ладно, тем нам лучше. Я припасы... Так, стоп, нам надо как-то спуститься для начала. Да. Туда не допрыгнем, как думаешь, до воды? Не-не-не, думаю, туда нет. А вот тут, кстати, можем, но тут небольшой такой водоем. Ай, блин, три сердечка осталось. Стой, я вылечусь. Не прыгать, думаешь? Ну прыгни, если у тебя здоровье от полное. Только поаккуратней. Ху. Все. Так. Еще сдох. Не. Вот рядом. Фу. Хорошо. Так, подожди, давай. Вон персонаж, я вижу. А, да, как. Секунд. Где ты? Наверху, вот он, я сзади. А, ну. Хватит теряться, а. Ну тем более. Так, я жизнь потихонечку восстанавливаю. Я в этой башне. О, тут сундук. Тебе нужен этот каменный меч? О, ой, давай. Не каменный меч, а вот это кольчужное. Во, снизу человек. Ага, вот он прям под нами. Так, зажми shift. А, тут вообще спуститься. Он нас видел вообще-то. Да. Чё, в атаку? Он тут. Снизу. Мочим. Нормально. Так, яблочко у меня. Какой-то странный диалог. Тут такие странные звуки издаю какие-то. У тебя, да, у нас вообще по ножей нету, да? Нет, у меня даже нагрудника нету. Ну, на нагрудник какой-то у меня есть. Вот на. Давай. О, да, он мне и нужен. Что ж ты сразу не сказал? Да, я только сейчас увидел. Тебе так, уже неплохо. Лук нужен? Лук у меня даже стрел 13. Нормально. Так, тогда. Кстати, у того парня был каменный меч, у тебя и два их или нет? Один. А, ну ладно. Так, отойди, я помню. У тебя же есть тоже каменный меч, у него был каменный меч. А, я подобрал, да, я не видел. Так. Не надо так. У меня топоров штук 10. У меня почти так же. Так, я осматриваюсь потихонечку, потому что мало ли какая крыса тут может сидеть. Ну, в принципе, да. Чё, бежим куда-то в ту сторону? Туда. Да. Давай, побежали. Подожди. Так, давай вот сюда попробуем забраться. Что-то, походу, там что-то есть. Я Шерлок Холмс. Так, вот. Вот тот сундуки, да, вот он. Сундук один. Ну, блин, курятина обычная и два шлема. Давай идем сюда. Пошли. Вот куда-то, в эту сторону. Тут скелет. О, голова скелета. В
вон вот. Тоже вот эта будка, я там сундуки видел. Ага, может что-то. И вон сундуки слева, слева, слева. Вижу, иду. Рыба сырая, пшеница. Так, вон сундук. Так, тихо, а друг друга не отрываемся с сундуки, смотрю. Да. Я заполз вот сюда на лесенку. Mm-hmm. Залез, точнее, заполз. В дом? Да-да-да, вот сюда. Но тут ничего не тут. Ты стой, ты где опять? Я в доме. О, во-во-во, я тут. А, вот-вот. Пошли, не знаю. Вот в этот вот дом, вот, вот сюда заходи. Да-да-да. Пшеничку, кстати, можно потоптать. Так. Идем сюда. Через мост. Я думаю, верстака у нас пока не будет. Верстака нету, я не видел. Не, я видел вроде. Так, может тут что-то будет? Вон, кстати, спавн, можно медь зачарить. Во, верстак, если тебе нужно. А, я себе сейчас хлебушек сделаю. Да-да, я тоже. У меня, сейчас скажу, сколько хлебушка. 8 хлебушка. У меня 4. Так, идем в этот соседний дом. Сюда, ага. Да? Да-да-да, я там. Так, тут-то, ага. О, колбочка сопа потом. Ну, и ага. Вот такие поножи, я не знаю, если тебе надо. Давай сюда. Сюда-сюда. Где? Вот. А, вот все, вижу, вижу. Так, ну тут не знаю, что-то будет. Странно, странно. В этом доме. Слушай, у меня такое чувство, что за нами кто-то следит, а? Не знаю. Реально, такой напряженности тут. Ну, в принципе, еще осталось уже 3 персонажа. Идем туда, на спаун. Давай. Давай. У меня, я, кстати, 4. Да, да, у меня 1 уровень. У меня 4. Ох ты. О, смотри, какой-то кораблик и 2 домика. Пошли пошарим. Подожди, подожди, иду я. Я еще себе хлебушка сделаю. О, кстати, еще один сундук. Нормально. Так. Что там? Да, рыба, еще что-то. Слушай, если в огонь кинуть жратву, она подогреется? Думаю, нет. Давай проверим. Думаешь, тут что-то будет на кораблике? Думаю, нет. Хотя, ну, проверить можно. Он на костер сошарил мою рыбу и не отдал ее. Ладно, а ей есть какой-то сундук, хрень. Ну так, уже 2 осталось, слушай, 2 на 2. Ну, мне кажется, они в команде. Смотри, вон сундук, ты пропустил, вон да, там дальше. Нет, где? А. Вон дальше. Ну иди, плыви. Я тут посторожу. Есть что-то? А парашка. Ну тут всегда фигня какая-то появляется, только деревянные. У меня еды куча опять. Че, идем на спаун? Где спаун? Ну, где-то в той стороне, не знаю, зачаруем себе меч. А, у меня первый уровень всего. Ты можешь на 4 хотя бы зачарить, а я. Пошли. Я честно не знаю, где тут спаун, но думаю, где-то вот тут. Ну давай. Он вообще был в какой-то крепости, то бишь еще сейчас подниматься туда нужно. Так. Во, как раз лесенка. Какие они добрые, ой. Какие они добрые все-таки. Взяла лесенку, ну какую-то кривую лесенку. Да. Вот сундук, опять хрень какая-то. Я гнилой плотинки взял. Ну, пошли сюда. Мне кажется, или не, они в команде, не знаю. Да по-любому. Да я да, так и думаю. Ну пофиг. Так, стоп, вот на спавне опасно. Они могут сюда вернуться, тоже что-нибудь почарить. Ну. А, все. Дезматч, дезматч. Смотри, 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 вот его вещи, походу, вот были. Давай, давай, дезматч через 45 секунд, давай чарим, что успеем. Стой, 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 там тихо, по-моему, он там. Иди сюда, иди сюда, подойди, я тебе дам еще 3 бутылочки на опыт. Давай, давай, давай. Давай на пошурику 30 секунд. Я посторожу тебе. Иди, ну, уровень хоть один прибавился. Я сейчас зачарую так на... У острота, меня... 2 меча острота. У меня тоже один на остроту. Так. Пошли. Так, начинаем, тихо. Сейчас не бей прям меня, вот давай. Да. Ну да, да, да. Ой, я тебя чуть не ударил. Вот, вот этого. Давай его мочить сейчас будем. Месиво, месиво. Тихо, не подходи так. Вот давай его там, ты стой на том углу и вот так зажимаем его. Ага. Пошли в атаку.
Стой, не бей, тут я. Убиваем. Да я по нему тупо не попадаю, и у него бронька. Я знаю, он бегает, лошара такая. Во, красавец. Стоп. Да не, все, думаю, нам драться даже не стоит. Главное, что мы выиграли Hunger Games. И, ну, в принципе, да, мы были в команде. Это наша первая победа, наверное. Да, можно сказать так. Ну, это, не знаю, ну мы были, кстати, в команде. Кстати, он уже. Чем? Ты тварюка. А, да ты крыса. Да, знаю, но что ж поделаешь. А, ну так нечестно, нужно сказать, все начинаем. Не мы такие, жизнь такая. Нет, ты такой. Ну пофиг, мы за что выиграли Hunger Games. Ну, несложная такая победа была. Ну, мы были в команде. Ну, тут всегда, согласись, команда есть по 2-3 человека. Но сейчас, может, не было. Нельзя. Ну, короче, все. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на наш канал. Мой канал. Меня зовут Эдисон, его зовут Докер, Крыска. Ладно. Все, всем удачи, всем спасибо, всем пока. Пока.